Green Tea TV представляет. Если вы бывали в Корее, вы имели опыт общения с незнакомыми людьми. Подобно этому. Вечеринка завтра. Пока. Эй, ты говоришь по-английски? Как тебя зовут? Откуда ты? Сколько тебе лет? Эй! Приветик. Приветик. Или у вас был опыт подобно этому. Простите. Где станция метро? Но если у вас не было такого опыта, не беспокойтесь. Корейцы, как правило, не говорят с незнакомцами. Хорошая погода, не так ли? Ты чего? Даже у самих корейцев возникают проблемы с общением. Простите. Чаще всего у корейцев разворачивается разговор в парах. Вот что я имею в виду. Простите, где находится станция метро? Там. А, спасибо. Вот так разговаривают с незнакомцами в Корее. Как разговаривают с незнакомцами в вашей стране в последнее время? Ждем ваших комментариев и видеоответов. Пока-пока. Простите, где здесь? Вот блин. Прости. Давай еще раз. Озвучено специально для Green Tea TV.